Приветствую вас, друзья! В этом видео поговорим об энергии денег. Что это такое и как эту энергию усилить и укрепить? Ну, энергия денег — это, конечно, условное такое название. На самом деле это часть вашей энергетики, те силы, которые вы тратите на решение ваших финансовых вопросов, на зарабатывание денег, те силы, которые вы вкладываете в работу, в бизнес, в творчество и так далее. Так вот, как усилить и укрепить эту энергию? Как улучшить свое материальное положение? Вот есть, конечно, много нюансов, но мы сейчас выделим две составляющие. То есть, что нужно сделать, как это укрепить? Первое, это нужно усилить эту энергию за счет внешней стихии. За счет стихии огонь. Огонь имеет две такие важные составляющие. Это свет и тепло. Вот в данном случае нас интересует свет. Вот эта составляющая энергии огня, то есть этой стихии. Потому что если, к примеру, вот вы хотите заработать денег, но не знаете, как это сделать, не можете найти какое-то решение, это не означает, что этого решения нет. Это означает, что вы его не видите. То есть в определенном смысле внутри вас присутствует такая тьма, то есть чернота. И вот энергия огня, этот свет, он достаточно хорошо разгоняет эту тьму. И вы находите решение, находите нужные шаги для того, чтобы осуществить задуманное, улучшить свое материальное положение. Поэтому регулярно проводите такую практику. У любого открытого источника огня, свеча это может быть, или костер, то есть делайте так, минут 5 для этого будет достаточно. Просто всматривайтесь в огонь. Вот пытайтесь соединиться с ним, слиться. То есть, как я всегда говорю, при работе даже в других каких-то практиках, работает это именно таким образом. То есть, соединяясь с этой стихией, чувствуете ее внутри себя, ощущаете ее мощь, ее силу, чувствуете ее свет. И вот в этом процессе произносите такой заговор. Огонь горит, огонь пылает, путь дорогу мне освещает. Истинно. И вот такую практику желательно проводить, ну, регулярно. И вторая составляющая, это нужно постоянно думать о деньгах. Не то, что это были бы навязчивые какие-то идеи или мысли, которые вам не давали бы покоя, но это должна стоять как задача, то есть улучшить свое финансовое состояние. И вот эта задача должна стоять постоянно. И вот делая две эти вещи, вы очень быстро решите свои материальные проблемы, то есть усилите свою энергию денег. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю всех благ и до новых встреч.